Меня зовут Нэнси Дрю. Добро пожаловать в мою комнату. Можете все здесь осмотреть. Если есть какие-то вопросы, почитайте книгу «Что должен знать детектив». Это будет особенно полезно тем, кто еще ни разу не пробовал себя в роли детектива. Еще здесь есть блокнот с подборкой заметок о моих прошлых делах. Многие из них были довольно опасны. Да, временами моя жизнь висела на волоске. Только отцу не говорите, хорошо? Он и так за меня переживает. Что бы вы ни делали, обязательно прочитайте материалы дела. Там есть все, что касается предстоящего расследования. Если вы готовы приступить к делу, щелкните авиабилет. Недавно Бесс решила поучаствовать в интернет-лотерее, и ей улыбнулась удача. Она выиграла поездку на Багамы. Конечно же, она пригласила Джесс и меня с собой, и мы, естественно, согласились. Но судьба распорядилась так, что нам с отцом пришлось посетить банкет для родителей. Так что я вылетела на Багамы на день позже подруг. Они уже, наверное, разместились в небольшой гостинице для экотуристов на одном из дальних островков, к которому можно добраться только на гидросамолете. Я уже представляю белые песчаные пляжи, бирюзовые волны и тропические закаты. Это будет здорово. Вот и он, остров страха. Какой-то он маленький. А вы попробуйте обойти его пешком и сразу по-другому заговорите. Вы часто доставляете сюда отдыхающих? Не так уж часто. Вот две ваши подруги, что я привез вчера. Первые пассажиры за несколько недель. Да уж, далекое местечко. Еще бы. Но этот остров, поверьте мне на слово, даже в хорошую погоду больше похож на остров-призрак. Немногие сюда заглядывают. Привет! Да не спеши так, я никуда не исчезну. Эй, эй, подождите! Джесс? Постойте! Нет, не улетайте! Подождите! Нет, вернитесь, вернитесь! Джесс, в чем дело? Что ты делаешь? Я хотела его остановить, нам нужна помощь. Зачем? Что-то случилось? Кто-то похитил Бесс. А сегодня, когда я проснулась, постель Бесс была собрана, а ее самой нигде не было. Вчера вечером она ушла на пляж и не вернулась. А Гибсоны оставили нам записку. Нужно было пойти вместе с ней, но я так устала вчера. Это все из-за меня. Джесс, ты не виновата. А Гибсоны – это семья, которой принадлежит гостинице? Да, но никого из них здесь тоже нет. И еще, вот что оставили похитители. Они точно знали, что ты сюда приедешь. Да, кажется, знали. Интересно, кто такой Эль Торо? Это был испанский капитан небольшого флота из 7 кораблей. Они попали в шторм возле острова Страха около 300 лет назад. О нем что-то написано вон в тех книгах возле кресел. Ты здесь кого-нибудь видела? Нет, у нас не было времени осмотреться, ведь мы вчера очень поздно приехали. К тому же я пока отсюда никуда не выходила. Я хочу разобраться со спутниковым телефоном и хоть кому-то позвонить. Но пока связи нет. Даже руки опускаются. Так, выше нос, Джесс, у тебя все получится. Я пока осмотрюсь. Может, схожу на тот пляж, куда ходила Бесс. Бесс забрала один гольф-карт. Есть второй, но в аккумулятор надо долить воды. Вот так. Приходи, если что. Кажется, здесь нужна батарейка. Это все нужно собрать.
Здесь установлен какой-то хитрый замок. Может, чтобы отводить любопытных гостей? Ой, только без обид. Слушай, я нашла пару раций. Теперь мы сможем поддерживать связь. Держи. Спасибо. Хорошая идея. Гидрокостюм и акваланг. Отлично. Хорошо, что я недавно получила новое разрешение на погружение. Здесь есть какая-то карта. Довольно странная. Почему? На ней отмечены все места, где я что-нибудь расследовала. Думаешь, Гибсоны все это сами подстроили? Кажется, так и есть. Может, это просто совпадение? Опасный чужак! Опасный чужак! Не подходи! Все в порядке. Меня зовут Нэнси Дрю. А как тебя зовут? Зовут меня Куку! Болтаю от скуки! Ау! Куку. Странное имя. Ты очень похож на попугая Лори, с которым я познакомилась в Англии. Дядя Лори! Он хороший! Он хороший! Дядя Лори! Куку хочет крекер? Куку хочет фрукт! 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 Куку хочет фрукт! Фрукт! Мартышкам запала! А Куку гуава! Куку хочет фрукт! Фрукт! Понятно. Вот и мне он так кричал. Может, ему надоели семечки и орехи? Куку хочет фрукт! Я все поняла. Постараюсь найти тебе что-нибудь вкусное. Кажется, все правильно, но все равно нужна батарейка. Что-нибудь узнала? Да, что-то мне подсказывает, что все эти дела и удачный выигрыш в лотерею, и поездка на этот остров, и записка от Гибсонов — все это часть какого-то заговора. Кто-то решил заманить нас всех сюда и заставить меня найти сокровища. Да уж, какой-то жуткий заговор. Интересно, кто его мог придумать? Скорее всего, тот, кто решил мне отомстить. Так, посмотрим. Если учесть всех ненормальных, которые по твоей вине оказались в тюрьме, а также их родственников, друзей и знакомых, плюс кучу тех мизантропов, которым вообще никто не нравится, что получим? Более 1000 человек? Ах, ты права. Единственный способ узнать, кто все это придумал... Поскорее найти Бесс. Кто бы сомневался? Мне нужна батарейка на 9 вольт. У тебя такой нет? Если я найду батарейку, я тебе скажу. Мне пора бежать. Удачи! Закрыто на замок. Может, Гибсоны оставили ключ за стойкой? Что-то нужно? Ты случайно не видела здесь ключ от сарайчика? Я нашла здесь какой-то ключ. Может, это он? Держи. Попробуй, может, подойдет. Спасибо. Что-то еще? Нам лучше заняться делом. Увидимся. Здесь хранятся паруса.
Теперь все должно быть в порядке. По-моему, ты не против поиграть. Я права? Твой ход. Твой ход. Мой ход. Кажется, я знаю, кого можно угостить гуавой.
Бес! Кто ты такая? Меня зовут Нэнси Дрю. Что ты здесь делаешь? Еще одну девушку. Какую? Свою подругу, Бесс Марвин. Она вчера исчезла. Здесь нет никакой Бесс Марвин. Слушайте, вы не могли бы спустить меня? Сложно разговаривать, когда висишь вниз головой. Ай! Прости. Но здесь ее шлепанец, а на стоянке стоит ее гольф-карт. Вы точно не видели похитителей? Вчера я весь день был на рыбалке, на одном из дальних пляжей, и не видел никаких похитителей, и ничего не слышал. И вы даже не осмотрели пляж, когда заметили гольф-карт? Слушай, да не видел я никакого гольф-карта. Значит, вы не заметили ни следов на песке, ни следов шин? Может, видели все же что-нибудь необычное? Ты задаешь слишком много вопросов. Меня зовут Джонни Ролл. Я из Кингстона, с Ямайки. А сюда приехал порыбачить в местных водах. Когда мне надоест рыбалка и одиночество здесь, переберусь на другой остров. Вот и вся история. Больше говорить не о чем. Простите, а чем вы занимаетесь? Я ремонтирую свою моторную лодку. Дикие обезьяны на этом острове тащат все, что плохо лежит. А еще ломают то, что не могут забрать. Недавно они забрались в мою лодку и просто распотрошили ее. А когда я их прогонял, одна меня укусила. Какие-то бешеные обезьяны. Они разобрали мотор моей лодки. Теперь его придется долго ремонтировать. Вот я и установил ловушку, чтобы они не сломали что-нибудь еще. Почему ты задаешь все эти вопросы? Простите, это все мое любопытство. Я как раз уехал подальше от чужого любопытства. Знаешь, на этом острове есть и другие люди. Правда? А где они? Кто они такие? Расскажите. Я вижу их очень редко, когда выхожу на рыбалку. Они близко никогда не подходят. Так, ходят между деревьями. Их трое или четверо. Они меня не трогают, а я не трогаю их. Но если что, я готов их встретить. Да ты уже знаешь. У вас здесь есть какой-нибудь телефон или хотя бы радиопередатчик? Ничего такого у меня нет. Все, уходи. Больше я ничего не расскажу и помочь не смогу. Я уйду, но еще вернусь. Можете в этом не сомневаться. Делай, что хочешь.
Некоторые места все еще зашифрованы. И шифр какой-то странный. Может, стоит поискать какую-нибудь подсказку? Я хочу поиграть с тобой. По-моему, ты не против поиграть. Я права? По-моему, ты не против поиграть. Я права? Thank you.
Удача от меня отвернулась. По-моему, ты не против поиграть. Я права? Твой ход. Мой ход. Кажется, все верно. Я хожу. Отлично. Мой ход. Все правильно. Твой ход. Я хочу поиграть с тобой. Твой ход. Отлично. Я хожу. Отлично. Кажется, все верно. Кажется, все верно. Хочешь поиграть? Я хожу. Кажется, все верно. Все отлично. Мой ход. Твой ход. Я хожу. Все отлично. Я хожу. Все правильно.
Так не пойдет. Не обращай внимания. Одного блока не хватает. Кажется, одна из хитрых местных обезьянок что-то задумала. Странно. У обезьянки, которая украла блок, на лапах по 6 пальцев. По-моему, ты не против поиграть. Я права? Отлично. Все правильно. Мой ход. Я хожу, посмотрим. Я не могу это сделать. Я не могу это сделать. Я не могу это сделать.
Ну чего тебе? Значит, вы здесь только ради рыбалки? Ну, еще во время отлива я хожу вдоль берега с металлоискателем. Ищу разные мелочи, все, что приносит море. И как? Попадало что-нибудь ценное? Недавно я нашел вот это. Я не знаю, что это такое. Какая-то знакомая штуковина. Только не помню, где я ее видела. Наверное, какая-нибудь редкость. А редкие вещи ценятся на рынке. У вас случайно нет батарейки на 9 вольт? Случайно есть, но просто так я тебе ее не отдам. Вот недавно я потерял сигнальный флаг, когда выходил в море ловить рыбу. Он нужен для навигации. Скорее всего, он зацепился за какую-нибудь скалу и выпал. Когда я понял, что флаг потерялся, было поздно. А потом в моей лодке похозяйничали обезьяны. В общем, тебе придется достать флаг. Плыви прямо на северо-запад от этого пляжа, пока не увидишь две острые скалы. Если я правильно помню, флаг должен быть где-то между ними. Я его найду. Ну, тогда я отдам тебе батарейку. Эй, обезьянки, уходите. Кыш, кыш. Ну что вам стоит пропустить меня? Мне нужно пройти. Как дела? Я выполнила все, о чем говорилось в записке похитителей, и нашла старый дневник Эль Торо. Он написал о сокровище? Кажется, да. Ты уверена? Дело в том, что записи в дневнике зашифрованы, я расшифровала только часть. Вот так всегда. Я ездила на пальмовый пляж. Бесс видела?
Нет, на стоянке стоит ее гольф-карт, а на пляже валяется один из шлепанцев. А еще в пальмовой роще расположился какой-то рыбак, Джонни Ролл. Странный тип. По-моему, у него паранойя. Ты нашла один из шлепанцев Бесс на пляже, где живет какой-то параноик? Что-то мне это не нравится. Он видел там Бесс? Нет, он сказал, что не видел. Но я ему не верю. Я тебя понимаю. Какой-то странный рыбак расположился на том самом пляже, где исчезла Бесс. По-моему, это совсем не похоже на совпадение. Он рассказал, что видел на острове каких-то людей. Может, он сказал это, чтобы отвлечь от себя внимание. Я не видела этого парня, но он мне не нравится. Я ему не верю. Думаю, нам, то есть тебе, следует быть начеку. Ты знала, что с местными обезьянами можно играть в игры? Я читала, что их учили играть в игры. Ты уже успела поиграть с ними? Да, и я выиграла. Правда, это было сложно. И мне дали приз. Одну из вещиц, которую они где-то утащили. Так они еще и воришки. Какой же умник их этому научил? Еще увидимся. Приходи, если что. Нэнси Дрю! Нэнси Дрю! Привет, Куку! Какая у тебя красивая жердочка! Куку нравится жердочка! Показать трюк! За угощение? Трюк за угощение! Трюк за угощение! Квик про кво! И какое тебе нужно угощение? Фрукт! Куку хочет фрукт! Фрукт, фрукт, фрукт! Все, все, успокойся, я поняла. Другими словами, если я тебя угощу, ты покажешь трюк. Точно, подруга! Еще увидимся, Куку. Пока!
Ну чего тебе? Я нашла ваш сигнальный флаг. Возьмите. Круто. Можешь взять батарейку. Спасибо. Это все? Можно взять у вас металлоискатель? Даже не думай. Лодка и мой металлоискатель — все, что у меня есть. И в отличие от лодки, металлоискатель до сих пор работает, так что я никому его не отдам. Ну, пожалуйста, от него может зависеть жизнь моей подруги. Я его не сломаю, обещаю. Ты задала вопрос, я на него ответил. Разговор окончен. Нет, без металлоискателя я никуда не уйду и буду надоедать вам своими вопросами. Уж простите. Какая же ты настырная. Хорошо, я дам тебе металлоискатель. Но взамен ты вернешь мне компас, который из моей лодки украла обезьяна с надорванным ухом. Ну, по рукам? По рукам. Компас скоро будет у вас. Надеюсь. Я хочу поиграть, а ты? Хочешь поиграть? Ты уже нашла мой компас? Вот, возьмите. По-моему, он даже не сломался. Очень хорошо. Можешь взять металлоискатель, только завтра не забудь вернуть его. Это все? Ну, меня ждут дела. До скорого.
Есть. Готово. Это сделано. Готово. Это сделано. Есть. Это сделано. Есть. 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 Это я еще не сделала. Это сделано. Есть. Это еще не сделано. Это сделано. Это сделано. Готово. Готово. Это сделано. Это еще не сделано. Нет, это не сделано. Это еще не сделано. Готово. Это сделано. Кажется, здесь нужна батарейка. Thank you.
Решили о себе напомнить. Мне почему-то кажется, что мы не одни на этом острове. Да, здесь есть рыбак, о котором я рассказывала. Я часто слышу чьи-то шаги, будто возле дома кто-то ходит. Но когда я выхожу, там уже никого нет, а потом кто-то снова начинает ходить. Это действует мне на нервы. Может, это просто птицы или обезьяны? Ведь могут же они бегать вокруг дома? Нет, Нэнси, это люди. Их несколько. Мне кажется, это похитители. Слушай, даже если это люди, а мы все же не знаем наверняка, тебе не стоит отвлекаться от телефона. Может быть, только он поможет нам выбраться с этого острова. Да, ты права. Я веду себя глупо. Нужно взять себя в руки и постараться не обращать внимания на то, что творится снаружи. Но мне будет спокойнее, если ты разберешься с этими звуками. Ты уже разговаривала с попугаем? Да, но он меня не слишком жалует. Ты его кормила? А что, он пообщается со мной, если я его угощу? Возможно. Скорее всего, он покажет какой-нибудь трюк. Да? Может, стоит подружиться с ним? Я по всему острову нахожу какие-то цветные диски. Они нам как-то помогут? Надеюсь, да. Они, наверное, тяжелые, но тебе все равно кажется, что их стоит собирать. Знаешь, Нэнси, если тебе когда-нибудь надоест раскрывать чужие тайны, ты сможешь коллекционировать хлам. Очень смешно, Джесс. Я научилась управлять парусником, и теперь могу посетить все места, о которых написал Эль Торо. А из меня плохой мореход. Все эти веревки, паруса, узлы, канаты. Знаешь, кто обожает ходить в море под парусом? Бесс, в похищении хорошего мало, но упустить возможность поплавать на Багамах? Вот уж она рассердится. Представляешь, мне пришлось нырнуть под воду с аквалангом, чтобы выполнить то, о чем пишет Эль Торо. С аквалангом? С ума сошла? Здесь одни киты да акулы.
Джесс, это только в кино акулы на всех набрасываются. На самом деле они редко нападают на людей. Особенно если живут в неиспорченной человеком экосистеме и если вокруг много рыбы. Я не буду их трогать, и они меня не тронут. Ты в этом уверена? Абсолютно. И все же слушай. Если акула подплывет к тебе слишком близко, представь, что она похититель, и врежь ей по носу. Нам лучше заняться делом. Увидимся. Нэнси Дрю, с тобой говорю! Знакомый попугай из Англии давал мне подсказки. Подскажу за угощение! Все честно, все честно! Значит, если я тебя угощу, ты дашь мне подсказку. Договорились? Уговор есть уговор! Угостишь, подскажу! Мартышки увидят, мартышки найдут! У меня есть гуава. Может, дашь мне подсказку? Угощение! Куку хочет угощение! Надеюсь, ты выполнишь обещание. А, люблю угощение! Давай, колись! Я не знаю, что делать со сложным круглым прибором из сундука под водой. Ты нашла астролябию в тайнике! Шифры читать она поможет тебе! Символы с буквами совмести и сообщение прочти! Спасибо, ты очень помог! Я умнее тебя! Я умнее тебя! Это еще не сделано. Это еще не сделано. Это сделано. Ты не отмыла ноги от песка! Акулы наши друзья! Саманта, это Джастин! Вода! Кругом одна вода! Хочет поплавать с акулами! Выключите эту штуку! Кто положил туда эту штуку? Мы в тропическом раю! Акулы наши друзья! Этот попугай просто прелесть! Thank you.
Тебе пора накупаться! Дорогая, не забудь крем от загара! Есть. Все расшифровано. Жизбасая злюка! Жизбасая злюка! Я все слышала. Ну, до встречи. Найди Бэс! Найди Бэс! Есть. Это еще не сделано. Готово. Нет, это не сделано. Это еще не сделано. Это еще не сделано. Это еще не сделано. Я не смогу ничего увидеть, если прибор будет на земле. Его нужно поместить на какую-нибудь подставку, как на картинке из зашифрованного дневника. Джесс, ты меня слышишь? Говорит Нэнси. Прием. Джесс слушает. Есть новости? Прием. Нет. А у тебя? Прием. Если что-то будет, ты узнаешь первой. Прием. Отлично. Конец связи. Джесс на связи. Нэнси, ты меня слышишь? Прием. Слышу тебя хорошо. Как дела? Прием. Все по-старому. Прием. Аналогично. Прием. Тогда я отключаюсь. Конец связи.
это еще не сделано. Джесс, Нэнси на связи. Как слышно, прием? Слышу хорошо. Есть новости? Прием? Нет, у меня никаких новостей. Прием. У меня то же самое. Свяжись со мной, если что. Ты тоже. Конец связи. Джесс вызывает Нэнси. Как меня слышно? Прием? Слышу тебя хорошо. Как дела? Прием. Все по-старому. Прием. Аналогично. Прием. Тогда я отключаюсь. Конец связи. Глупо. Там что-то есть. Может, нужно направить туда луч света? Джесс! Эй! Там кто-нибудь есть? Кажется, нет. Пожалуйста, возьми рацию. Я слушаю. Что случилось? Прием. Я попала в пещеру и не могу выбраться. И здесь уже трудно дышать. Прием. Не волнуйся, я тебе помогу. Где находится пещера? Прием. В большой скале, в северной части острова. Иди по дороге, которая делит остров пополам. И поверни направо, когда увидишь следы от машин на земле. Я в пещере, которая закрыта огромным камнем. Прием. Держись, я скоро буду. Конец связи. Нэнси, ты здесь? Да, я тебя слышу! Я здесь!
Можешь отодвинуть камень, который закрыл вход? Не выйдет. Этот камень весит тонну. Он опустился, когда я нажала какой-то механизм. Значит, там должно быть что-то, что вернет его на место. Можешь посмотреть? Я кое-что нашла, только не знаю, что это. Джесс, тебе придется это узнать. Я в тебя верю. Как скажешь. Нэнси, осталось еще немного. Мозаика превратилась в пятнашки. Здесь уже становится трудно дышать. Так что я буду совсем не против, если ты немного поторопишься. Получилось. Нэнси, у меня получилось! Джесс, ты вовремя. О, здесь совсем нечем дышать. А ты думала. Ты в порядке? Теперь все хорошо, спасибо. Ты никого не видела? Никого, кроме стайки вредных обезьян. А что?
Мне показалось, я что-то слышала. Ладно, все будет в порядке. Постарайся разобраться с телефоном. Хорошо. Знаешь, у меня уже кое-что получается. Ладно. Пока. Только будь поосторожнее. Так, с Джонни Роллом все не так просто, как кажется. Джесс, наверное, слишком близко. Рации на таком расстоянии не работают. Ну чего тебе? Я хочу знать правду. Кто вы на самом деле? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я нашла ваше водительское удостоверение. Вы на самом деле из Австралии? Вообще-то это не важно. Я лишь хочу узнать, где вы прячете Бесс. Я не знаю, где прячут твою подругу. Честное слово. И раз уж ты спросила, я скажу тебе правду. Я не с Ямайки. Я австралиец, и мое настоящее имя Джон Пул. Хорошо, что признались, но я и сама догадалась. Я работал бухгалтером. Так вышло, что я узнал слишком много об одном из наших клиентов. Но он направил своих людей и приказал им сделать так, чтобы я ничего никому не рассказал. Я скрылся от них. Теперь я выживаю как могу. Маскируюсь, постоянно меняю внешность. И давно вы скрываетесь? Уже почти год. Возможно, придется жить так еще пару лет, если не больше. Мои преследователи – люди очень хитрые и решительные. Они готовы на все, их ничто не остановит. Мне остается залечь на дно, ждать и никому не доверять. Хорошо, если о нашей встрече никто не узнает. Но не беда, если ты проговоришься. Скоро я починю лодку, и Джон Пул исчезнет без следа. Вы говорили, что видели на острове каких-то людей. Это ваши преследователи? Сомневаюсь. Но если это они, то мне и тебе ничего хорошего здесь не светит. Мои враги очень опасны. По-моему, те люди имеют какое-то отношение к твоей подруге. Только не думай, что я помогу ее найти. Прости. И так забот хватает. Мне, пожалуй, пора идти. Пока. Мне шутник. Мне нужно искать Бесс. Goodbye.
Я видела стойку подходящей длины. Только сейчас на ней сидит Куку. Детективу Дрю подсказку подарю! Слушай, Куку, у тебя очень интересная жердочка. Жердочка, жердочка! Куку любит жердочку! Понимаю, но знаешь, она мне очень нужна. Может, я обменяю ее на другую жердочку? Угощение за обмен! Куку хочет фрукт! Фрукт, фрукт, фрукт! Ты вполне предсказуем. Куку, угадай, что я тебе принесла? Угощение! Угощение для Куку! Давай сюда! А ты тогда дашь мне подсказку, ладно? Угощение! Куку хочет угощение! Вкуснятина! Чем могу помочь? Мне сейчас не нужна подсказка. Всего хорошего! Детективу Дрю подсказку подарю! У меня есть угощение. Так какую жердочку тебе принести? Сперва фрукт, фрукт! О, люблю угощение! Куку хочет палочку. А какую именно палочку? Палочку из моря, из моря! Ну, до встречи. Найди палочку, палочку, а! Вот, смотри, красивая палочка из моря. Не то, не то! А что с ней не так? Куку хочет палочку с тремя веточками! Пойду искать другую палочку. Куку хочет новую палочку! Ну, до встречи. Чао! Я принесла тебе новую палочку. Как она тебе? Куку она нравится! Поставь ее! Дай-дай-дай! Хорошо, хорошо, только успокойся. Новая палочка! Новая! Красивая! Так, у тебя есть новая жердочка, значит, старую я забираю. Спасибо. Ничего себе! Все эти статьи о моих прошлых делах. Что здесь происходит? Красивая птичка! Красивая жердочка для красивой птички! Еще увидимся, Куку. Найди Бесс! Найди Бесс! Как дела? Я расшифровала все записи в дневнике Эль Торо. И ты знаешь, где сокровище? Не совсем. В дневнике не дается точных координат. Эль Торо вряд ли хотел указать на сокровище первому встречному, но не стоит падать духом. Что-то еще? Оказалось, странный тип на пляже вовсе не рыбак с Ямайки, а бухгалтер из Австралии, который прячется от наемных убийц. Значит, все его рассказы – выдумка? Получается так. Другими словами, мы пришли к тому, с чего начали. Еще телефон этот! Нужно связаться со спутником, чего бы это ни стоило. Не сейчас, я занята.
Стоп! Что это? Кажется, кто-то проложил дорогу прямо через кусты. А, наверное, это полулунный риф. Привет, Голубиный остров!
как дела? Когда я залезла на вершину скалы с пещерами летучих мышей, я увидела, как кто-то пробирался через кусты на другой стороне острова. Это были похитители? Надеюсь, что нет. Если это были похитители, то их довольно много. Или один, но очень большой. Я же говорила, что мы не одни. Я почему-то уверена, что Гибсоны сами похитили Бесс, чтобы я нашла для них сокровище. Но почему? Ты ведь совсем их не знаешь. Может, и знаю. Возможно, Гибсоны не настоящая фамилия. Честно говоря, мне все равно, кто похитил Бесс. Главное — вернуть ее целой и невредимой. Я должна идти, меня ждут дела. Приходи, если что. Запас вот. Баллон лучше взять с собой. Вот это да! Там осьминог!
Что это? АТОЧА. Аточа. По-моему, это тот самый затонувший галеон, о котором писал Эль Торо. Джесс, как меня слышно? Нэнси на связи, прием. Где ты? Прием. На островке, недалеко от острова Страха. Слушай внимательно. Мне нужно узнать дату гибели испанского галеона Аточа. По-моему, она должна быть указана на монете. Пожалуйста, найди в сарайчике планшет с монетой и свяжись со мной. Как поняла? Прием. Я поняла тебя. Все сделаю. Ого, что это было? Ты о чем? Прием. Ты на улице? Нет, а что? Прием. По-моему, нас кто-то подслушивает. Наверное, тебе стоит выглянуть на улицу. Хорошо, уже иду. Конец связи. Мы как раз этим и занимаемся. Вот тебе раз. Кажется, в сарайчике побывали обезьяны. Монета с датой гибели Аточи отчеканена в память об испанском галеоне. Надо же, монета исчезла. Вредные обезьяны, оказывается, еще и воришки. Только этого не хватало. Джесс вызывает Нэнси. Нэнси, как слышно? Прием. Слышно хорошо. Что-нибудь узнала? Прием. Да, новости плохие. Серебряная монета с датой гибели корабля раньше была в планшете. Сейчас ее там нет. Похоже, в сарайчике потрудились обезьяны. Они украли монету. Ну, тебе придется ее вернуть. Поезжай в центр изучения приматов и поиграй с ними. Мне придется играть с обезьянами? Другого пути нет. Когда приедешь в центр, скажи, что хочешь поиграть с ними в игру. Поверь, они тебя не покусают. Давай, действуй. Конец связи. Я хочу поиграть с тобой. Твой ход. Твой ход. Мой ход. Твой ход. Твой ход. Твой ход. Не выйдет. Мой ход. Я проиграла игру. Я хочу поиграть, а ты? Твой ход. Твой ход. Мой ход.
Твой ход. Твой ход. Я хочу поиграть, а ты? Твой ход. Мой ход. Твой ход. Это нужно обдумать. Не выйдет. Ничего не получится. Не выйдет. Не выйдет. Ничего не получится. Хочешь поиграть. 6 сентября 1622 года. Есть! Джесс вызывает Нэнси. Нэнси, как слышно? Прием. Слышно хорошо. Что-нибудь узнала? Прием. Да, задание выполнено. Отлично. Рассказывай. На монете есть дата. А Точи затонула 6 сентября 1622 года. Молодчина, Джесс. Я свяжусь с тобой, если что. Прием. Есть еще одна новость. Похитители оставили записку. Кажется, они уже сердятся. Прием. Ничего. С Бесс все будет в порядке. Мы спасем ее, чего бы это ни стоило. Конец связи.
Баллон на баллон лучше взять с собой. Это браслет Бесс. Наверное, она остановилась здесь, когда ехала к пальмовому пляжу.
Ничего не выйдет. Я ничего не вижу. Что нужно? Можно взять у вас светящуюся палочку? Да. Кажется, просто так вы ничего не дадите. Палочка будет твоей, если ты запрограммируешь мой GPS. Если этого не сделать, я не смогу выйти в море. А почему вы сами не можете этого сделать? Ха, тебе нужна палочка? Услуга за услугу. Еще потому, что так я смогу добраться до Сан-Сальвадора. А там уже сообщу в полицию о похищении твоей подруги. Ах, хорошо, я все сделаю. Мне уже нравится наше сотрудничество. Что нужно? Я запрограммировала ваш GPS. Теперь вы сможете спокойно выйти в море и плыть, куда вздумается. Класс! Хорошая работа! Вот твои палочки. Спасибо. Это все? Не буду вас беспокоить. Рад слышать.
Похоже, это старинная карта с запада Соединенных Штатов. Thank you.
Нэнси, наконец-то! Смотри, это было на крыльце! У меня две новости. Хорошая, я нашла сокровище. То есть, карту к нему. Да, я знала, что ты это сможешь. А какая плохая новость? Я должна одна отнести эту карту Джонни. Но... Слушай, я все еще не знаю, связан он с похищением Бесс или нет, но мы можем все испортить, если ты нарушишь условия и пойдешь со мной на пляж. Нет, постой, я приеду туда и спрячусь. Джесс, я не стану рисковать жизнью Бесс из-за какой-то карты. И ты думаешь, я буду сидеть здесь? Я должна пойти туда. А если вдруг с тобой что-нибудь случится? Что, если я вас обеих больше не увижу? Я не могу пойти на это, Нэнси. Не могу. Джесс, я пойду туда одна и обязательно вернусь вместе с Бесс. Я обещаю. Ладно. Что нужно? Люди, которые похитили мою подругу, хотят, чтобы я оставила вам одну важную вещь. Что это? Какая-то карта сокровищ. Скорее всего, они заберут ее у вас, когда я уйду. Она мне не нужна. Забери ее. Она не для вас. Это карта для похитителей. Нет, забудь. Я не играю в такие игры. Мне и своих проблем хватает. Слушайте, им нужна только карта. Вы отдадите ее похитителям, и они успокоятся. Эй, ну ладно. А теперь, раз ты добилась чего хотела, выполни и мою несложную просьбу. Конечно. Что вам нужно? Просто смотри. Помнишь меня, Нэнси? Ничего себе! Вы тот парень из Нью-Йорка. Вы посылали Рику Арлену письма с угрозами. Дэвид? Нет. Дэниел, Дерек, Дьюи, Дик, Дрейк. Дилан, дура! Дилан Пауэрс! Точно, Дилан Пауэрс. Я думала, вас посадили в тюрьму. Да. И я просидел там несколько долгих лет. Причем провел их с пользой. Так сложилось, что в тюрьме работал один из бывших сотрудников местного центра изучения приматов. И мы стали друзьями, хорошими друзьями. Он доверял мне и даже подарил дневник, который обезьяны нашли на этом острове. Дневник мог привести его к Сибали, легендарной богатой стране, но он был зашифрован. Я пал духом. И вдруг меня осенило. Я решил найти сокровище Эль Торо и заодно отомстить одной девице, которая разрушила мою жизнь. А, вы закопали дневник Эль Торо на пляже, похитили Бесс и оставили мне записку, чтобы я расшифровала дневник и нашла сокровище. А еще вы сделали пометки на карте в доме Гибсонов, чтобы подставить их и сбить меня с толку. Да, я придумал гениальный план. Когда-то я был очень хорошим актером, если ты помнишь. Нет, не помню. Не страшно. Теперь я доказал себе, что мой талант не растерялся. Ты попалась на мой крючок и ничего не заподозрила. Это было легко. Я сделал так, чтобы ты нашла для меня карту к Сибали и даже умоляла меня забрать ее. И я заставил тебя поверить, что на острове есть какие-то таинственные люди. А на самом деле никого, кроме меня, здесь не было. А ты еще и помогла мне. Вернула компас, который украли чертовы обезьяны. Да я же гений! Да, конечно, гений. А где Бесс? Она всегда была ближе, чем ты думаешь. В другой раз, если он, конечно, у тебя будет, смотри, на чей след встаешь, Нэнси Дрю. Смотреть, куда встаешь, тоже стоит. Нет! О, да! Вот и все! Твоя роль сыграна, Нэнси! Я хотел, чтобы вы оказались здесь втроем, но Джесс повезло.
Ну что ж, пора прощаться. Нет, подождите, постойте, Дилан. Давайте поговорим. Ну, расскажите мне, как вы разработали свой гениальный план? Прости, нет времени. Нужно выйти в море до прилива. Надеюсь, ты не боишься темноты. Нет, к счастью. Нэнси! Бесс, я уже не надеялась тебя увидеть. Как ты? С тобой все в порядке? О, Нэнси, я так рада тебя видеть, честное слово. То есть мне хорошо, конечно, что тот тип столкнул тебя в пещеру, но я так рада, что ты здесь, что я больше не одна. Я знаю, ты вытащишь нас отсюда, правда? И ты нашла мой браслет, как здорово. Но я как-то заболталась. Есть немного. Пожалуйста, успокойся. Как ты? Ну, я хочу есть и пить. А до того, как тот тип отодвинул камень, здесь было сложно дышать. А в остальном все, можно сказать, в порядке. А еще я нашла выход. Он там. Давай, Нэнси. Только ты знаешь, что нужно делать. Ну же. Я устала. Я очень хочу есть. Нэнси, у тебя получилось! Давай, Бесс, пойдем отсюда. Самолет подлетает! Наверное, Джесс смогла связаться со спутником. Как же я вас обеих люблю! Джесс! Эй, Джесс! Джесс позвонила в полицию Насау, Сан-Хуана, Майами и Гаваны, и еще вызвала береговую охрану США и гидросамолет. Она даже позвонила в ФБР, но они сказали, что это дело полиции. Пока Бесс и Джесс ждали полицию и береговую охрану, я попросила пилота гидросамолета облететь вместе со мной весь остров. Мы заметили лодку Дилана и сообщили о ней по рации. Полиция обыскала ее, но на борту никого не было. Может, Дилан назначил с кем-то встречу в открытом море и перебрался на другое судно, которое я не смогла бы опознать? Или он так увлекся изучением карты, что его смыло волной за борт? К сожалению, эти вопросы так и останутся без ответа.
Сундук с сокровищами, который мы нашли, был передан полиции. Но почти сразу между правительством Испании и Багамских островов разгорелся спор. Они никак не могли решить, какой территории принадлежат сокровища. Скорее всего, решение этого вопроса затянется надолго, если не навсегда. Как оказалось, Гибсоны, владельцы гостиницы, ездили на неделю к родственникам в Северную Дакоту. Когда они вернулись, гостиница была опечатана полицией, а остров изучали репортеры и представители властей. Но шумиха с делом Пауэрза привлекла внимание к маленькому островку, так что в итоге Гибсоны остались довольны. Они даже предложили Бесс, Джесс и мне бесплатно провести у них каникулы. Но мы все отказались и единодушно решили, что родной дом – самое подходящее место для отдыха после пережитых потрясений. Что-то нехорошее творится в женской академии Уэйверли. Некая черная кошка держит в страхе студенток и посылает им странные записки, за которыми всегда следуют ужасные несчастные случаи. Единственный способ раскрыть тайну – перевестись в старинную академию под видом студентки другого вуза и изнутри познакомиться с жизнью и бытом воспитанниц. Помогите мне раскрыть столетние секреты Уэйверли и избежать когтей черной кошки в моем следующем приключении «Записки черной кошки».